Доброго времени суток, друзья. Итак, мы продолжаем наш стрим, или же добро пожаловать в видео на YouTube, где мы тестируем наш билд ДД-танка с щитом и дробовиком в прохождении сезона и миссии на время. До этого мы проходили миссию на сложности высокая, на время сейчас мы будем проходить на испытании. Попытаемся не сдохнуть, немножко будет стресс-тест этого билда. Краткий обзор у нас примерно такой. В конце видео я дам краткий, чуть более подробный разбор его. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь вот. Контейнер сезона, конец смены. Гражданские в опасности. Так. Ну, поехали. За сколько секунд нам удастся... Ой, за сколько минут нам удастся его пройти? Какой таймер? Что-то я не понял. Надо нажать повторить. Молодец, побежал. Штаб-квартира ЦКЗ. О, это офис Центрального банка. Так, параметры операции. А повторить как? Да, вот испытание. Ну, наверное... Да, о, 20 минут, друзья. Ну, наверное... Чтобы вернуть украденное с борта номер один, тебе понадобятся коды доступа к... Здесь уже не будет так легко. Говорит, что ключ шифрования хранилища держит при себе гиена, который занял бывший кабинет директора. Здесь я вам еще в этом прохождении покажу секретную комнату, тайную. Ох, хорошо, как влетает, а, друзья. Здесь определенно 20 минут потребуется. Ставит турель. Печально то, что в мире игры, как я понимаю, не скалируется сложность в зависимости от того, насколько много игроков в команде, кроме небоскреба. Но, как вы видите, на испытании все еще билд пока что держится бодрячком. Ох ты, здоровяк! Ох ты, ох ты! Давай, 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 давай! Так, нас с дубинкой к нам прибежали. Отлично. Теперь активно будем хилиться с помощью рюкзака Мемента и тех штук, которые он нам дает. Ого. Кто-то спрыгнул. Нет? Да. Не хочу отказываться от дрона, уж больно мне нравится, как он добивает противников. Билд ближней дистанции. Но не обязательно, например... Если вы хотите, вы можете сменить оружие. Тогда вам не обязательно будет настолько близко ко всем находиться. Тем не менее, смотрите, какая красота для игры в соло. Теперь обыщи труп.
После этого мини-босса, скажем так, вот сюда забегаете, жмем квадратик. Интересно, что он открывает? Получаем ключ от секретной комнаты. Тут всегда запертый туалет, и здесь либо у нас сундук с оружием, либо же у нас сундук с броней. Конечно, забеги на время это я зря сделал. Ну ладно. Перехвачена радиопередача. Эта миссия достаточно долгая. Это сраный спецотряд. Таракан приказывает всем вернуться в штаб. А, у нас дрон здесь, замечательно. Сейчас, по-моему, свет еще будет выключаться. А может нет. И здоровяк сразу же, надо же. Так, отличились, бонусную броню схватили. Сейчас мелких нарубим. И получим еще больше бонусной брони, главное химозу не вдыхать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, этот звук. Побежали дальше. Какой полезный ящичек. Я потом покажу, там дальше будет. В хранилище будет находиться, собственно, комната, которую мы ключи взяли. Мы спешим. Вот здесь слева такие неприметные дверки. Перехвачена радиопередача. Тревога! У нас тут агенты в хранилище! Спокойно. Президента мы увели. Он теперь наверху сидит. Охренеть. С места крушения они увели президента. Агент, теперь надо выяснить, где содержат президента и забрать его оттуда. Подключи ИСАК к охранной системе. Там рядом есть центр обработки данных. Сейчас подключим. Только вчера мы здесь с товарищем были черных бивней. Убивали здесь. Запущен поиск. Защищайте терминал. Ох-ох-ох! Вот так вот щиточек забыл выставить и чуть не сложился. Знаете, как классно, у него все-таки еще прорисовано. Несмотря на то, что это просто такой противник рядовой, хоть и бронированный, у него прорисовано перегрев ствола у пулемета. Прорисован. Ах, он... Не в мою смену, товарищ. Батарейка у дрона кончается. Лучше всего, кстати, вход защищается инженером через огнеметную турель. Просто ставим его вот тут на входе и все.
как-то, блин, игнорируют меня. Вы посмотрите вообще, какое нахальство. Задача провалена. Мы лоханулись, и это сожрало таймер. Блин. Кто-то нас обошел, а я слишком увлекся убийством. Вот и загрузка долгая. Ну, конечно, конечно. Мы уже не пройдем в таймер. Мне очень даже интересно, как они смогли обойти. Агент, запрашивай помощь. Мне бы тоже помощь не помешала, на самом деле. Может быть, оно провалилось то, что я выбежал? Давай уже завершайся. Поиск завершен успешно. Объект найден. Это президент Элис. Я вышлю вертолет для его эвакуации. Хранилище будет запечатано. Не нравится мне это. Итак, есть оттуда выход. Поиск, выход оттуда, ноль совпадений. Никчемный кусок пластика. Так, посмотрим. Если сможешь пробиться через западную стену, то попадешь в технический тоннель. Это рискованно, но другого выхода нет. Угу. То есть сейчас было бы 10 минут. Итак, всего лишь. Нужно пройти путь к президенту. Маршрут следования просчитан. Твою мать, можешь, когда хочешь. Блин, забыл. Спасибо. Уже про все это. Ну, это мы перепройдем еще, не беда. Даже если не на золото, то есть если мы не уложимся в 20 минут, в любом случае мы получим достаточно опыта сезона. Это не тот ящик, который я ищу. Долгая миссия. А вот это уже тот ящик, который я ищу. И сразу вниз.
Да кто там, блин, на президента-то наехал? Ну, ёмно. Ему еще сдохнуть осталось. Мы сейчас как капитан Пронин спасаем президента. Президент США потерял сон. Вчера неизвестный босс мафии Дон Корлеоне угрожает подослать к нему киборга-убийцу. Внимание! Мы залетим к вам через крышу холла. Спрячьтесь пока в укрытии. Мы сделаем тут дырку. А что, на другую сторону в этот раз нельзя? Ну класс, блин. Блин. Было бы можно туда пройти, все было бы гораздо проще. Кстати, во время миссии с черными бьюнями в этом же самом месте туда можно пройти. Хотя... Вообще могли бы и нас эвакуировать заодно. Перехвачена радиопередача. Спрыгивай, спрыгивай. Мы уже в дерьме. Все эти ублюдки должны сдохнуть. Таракан, если хоть одна сука из Совета узнает, что у нас увели президента, хера лысого нам будет, а не снаряжение. Мы уберем их. Этим гандонам конец. Поехали! Финальный замес. О, за 3 минуты мы вряд ли его пройдем. А вот если бы я не лоханулся там, в той зоне со взломом, то мы бы успели. Сейчас посмотрим, насколько это реально. Тут вся проблема в противниках, которые будут на верхних этажах. Я их попробую снести фирменным оружием, которое практически не использую в ходе геймплея. Ну, по идее, вот открыты бока. Давай, дружок, пирожок, уже... Ух ты ж, ёмана! Щит готов. Ох ты, нифига себе.
неплохо, кусок с этого выпал. 3, 2, 1. И вот у нас осталась проблема. О, мы уложились? Офигеть! Я даже на таймер не посмотрел в конце. 50-й уровень нам дали. То есть до заветного дробовика осталось ровно 5 уровней. Замечательно, друзья. Ну-ка, я хочу даже посмотреть сейчас. Ну вот, да, сколько, во-первых, противников здесь? 98. То есть мы уложились, я так понимаю, центральный банк, да, мы уложились в 20 минут, 19 минут 31 секунда, то есть минус 2 минуты, которые мы потратили на взлом, который мы профукали, получилось бы даже 17 минут, офигеть, друзья, это очень-очень круто. Остров Рузвельта еще остался, который, конечно... Ай, остров Рузвельта, за 18 минут, боже мой, хо-хо-хо. А он у нас, если не ошибаюсь, закрыт. Нам нужно изменить, давайте к нему протанемся и посмотрим, что там. Он тоже должен быть на время, как мигает вот это вот напряжение немножко. Так. Мы сейчас облавой не занимаемся. Нам нужно сменить режим операции. Во! Ой. Так, остров Рузвельта. Сложность высокая. Я могу его начать, я так понимаю. Так, давайте, друзья, я сейчас снова краткий экскурс. Ссылку на видео с билдом я оставлю в описании видео. Собственно, чтобы не рассказывать каждое видео о том, через какой билд мы играем. И стримчик я сейчас закончу. И мы продолжим, собственно, следующий остров Рузвельта. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели это видео на YouTube. До свидания.